Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 27 числа каждого месяца обязательно исполнится ваше желание. Почему это происходит и что вы можете сделать для себя, все узнаете в этом видео. Обычно люди загадывают желания в надежде, что они сбудутся в ночь под Новый год или в рождественский вечер, так как эти праздники наделяют особенной волшебной энергетикой. Однако, это не единственное время, когда можно пожелать воплощения заветной мечты. Более того, существует время, которое подходит для этого гораздо лучше. День, присутствующий в каждом месяце, открывает перед вами всю мощь Вселенной и позволяет сбыться даже самому сокровенному. Почему 27 число? Волшебный метод исполнения желаний придуман чуть более 30 лет назад, и в его основу легли занимательные игровые техники, существующие в эзотерической системе психотехнологии под названием Симарон. Несмотря на очевидную простоту метода, он удивительно эффективен. Совершая несерьезные поступки в процессе игры, люди воплощают желания настолько быстро, что в это верится с трудом. Поэтому существуют и скептики, уверенные, что это пустое развлечение, но ни один из них не попробовал применять данную методику на практике. И тем не менее, все, кто воспользовался этим способом, это работает. На вопрос, почему число 27 обладает такой силой, существует несколько объяснений. Если посмотреть с точки зрения нумерологии, можно увидеть, что в его основе находится девятка, усиленная составными цифрами 2 и 7, что усиливает и приумножает благоприятное влияние. Эта волшебная комбинация помогает достичь поставленных целей и совершить мощный рывок к мечте. Кроме того, происходит усиление интеллектуальной активности, что тоже положительно сказывается на конечном результате. Эффективен метод и с точки зрения психологии. Прибегнув к нему, вы настраиваетесь на внезапные приключения, имеющие положительный эффект. Таким образом, происходит подсознательная кодировка на успех, который поможет осуществить задуманное. Не стоит забывать о том, что любая мысль материальна. Поверив в то, что с вами произойдет нечто хорошее, вы посылаете сигнал во Вселенную и получаете именно то, что хотели. Метод позволяет избавиться от состояния, когда хочется пожаловаться на жизнь и рассказать окружающим, насколько все плохо, притягивая к себе еще больше неприятностей. Еще одно объяснение методу дает биология. Как известно, если приступить к делу в хорошем расположении духа, выполнить его удастся гораздо быстрее. Выполняя позитивные техники, вы испытываете эмоциональный подъем. Это стимулирует организм, в результате усиливается выработка эндорфина, иначе называется гормоном счастья, а счастливому человеку по плечу практически все. Упоминается оно и в древних трактатах, к примеру, встречается в ведической культуре и буддизме. Народы древности, хотя и не применяли технику исполнения желаний, но обратили внимание на особенности числа и зафиксировали это в литературе. В чем заключается техника исполнения желаний 27 числа? Она соединяет психотехнику, нумерологию и магическую составляющую даты, что дает возможность желающим воплотить заветную мечту в свою жизнь. Если вы хотите управлять своей судьбой, притягивать хорошие события, методика станет идеальным инструментом. С ее помощью вы найдете хорошую работу, сможете получить новое жилье, встретить вторую половинку, разумеется, если будете действовать правильно. Гарантированно помогают ритуалы, сделанные в хорошем настроении. Связано это с подсознанием, которое точно знает, чего вам не хватает для достижения цели. Поэтому то, что вы делаете интуитивно, принесет больше пользы, когда вы будете в хорошем настроении. Как использовать 27 число? Способов, чтобы правильно взаимодействовать с высшими силами, множество. И первый из них знаком и привычен с детства. Напишите письмо в небесную канцелярию в любом понравившемся вам формате. Это может быть обычная просьба, заявление, приказ немедленно выполнить желаемое. Не бойтесь экспериментировать. После написания можно оставить листок в письменном столе, отправить по несуществующему или своему адресу, а когда вернется, написать на конверте «Исполнено». Либо воспользоваться любым другим способом донести свою информацию до Вселенной. Купите набор из 27 деталей. Вы можете в магазине купить все, что угодно, например, 27 конфет. И когда вы будете есть свою конфету, то всегда произносите такие слова. 27 вдвойне
удача на моей стороне. Счастье рядом гуляет, все желания исполняет. Сказали один раз, съедаем свою конфету и все. Вот посмотрите, как такой метод обязательно исполнит ваши желания. Но также 27 числа каждого месяца вы можете проводить специальный ритуал, который обязательно исполнит ваше желание. Итак, вам нужно 27 числа купить новую тетрадку. Обязательно придумайте для нее название. Предположим, «Мои желания». Далее, на обложке вы должны обязательно написать магическое число 27. Потом в эту тетрадку вы должны записать ровно 27 пожеланий. Для удобства их можно нумеровать. Обязательно упомяните как несложные, которые точно сбудутся в ближайшее время и кажущиеся невыполнимыми. Вам необходимо просто запустить цепочку. Первое сбывшееся желание потянет за собой все остальные. Когда вы закончите записывать, перечитайте все вслух и представляйте, как будете счастливы, когда будете получать уже желанное. Обратите внимание, вы не должны сомневаться в том, что сбудется обязательно. Когда вы закончили писать свои тетрадки, вы должны после того, как вы перечитали все, что вы написали, вы должны сказать такие слова. «Мои мечты сбываются». Все мои желания исполняются. Что записано, то и исполнится. Жизнь моя счастьем наполнится. Да будет так. Говорим один раз после того, как вы все перечитали. Этого будет достаточно. И все. Далее, уже по мере исполнения, вы просто вычеркиваете свое желание, то, которое уже исполнилось. И вот когда у вас эта тетрадка вся закончится, ждем следующий день, когда будет 27 число, и делаем новую тетрадку. И вот если вы почаще будете проводить такую практику, ваши желания будут исполняться очень быстро. Также в этот день, с самого утра, как только вы проснулись, то обязательно должны отправить запрос во Вселенную и сразу сказать такие слова. 27-е наступает, Вселенная желание исполняет. Говорим один раз и начинаем день с хорошим настроением. Используйте волшебную силу числа 27, и в вашей жизни обязательно наступит светлая полоса. Не забывайте благодарить Вселенную каждый раз, когда получаете от нее подарок. Сохраняйте позитив в любой ситуации. Верьте в чудеса, и они не заставят себя ждать.